Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов с описанием по книге «Великие музеи мира». Данте Габриэль Россетти, бракосочетание святого Георгия и принцессы Сабры. 1857 год, бумага-акварель, 36 на 36. Художники братства прерафаэлитов черпали сюжеты для своих картин из литературных источников, трудов средневековых авторов, легенд и баллады, творения Данте, Шекспира, Мильтона. Тема благородного преклонения рыцаря перед прекрасной дамой – одна из ключевых в их наследии. Россетти был тем мастером, у которого она получила особенно яркое воплощение. Сюжет со святым Георгием, спасшим город от дракона, был широко известен старым мастерам. Но они обычно изображали момент, когда святой пронзает копьем дракона, в жертву которого приносились юные девы, выбиравшиеся по жребию. Россетти, верный эстетическим принципам своего времени, в частности правилу выбирать не использующиеся ранее сюжеты, избрал для этой картины продолжение средневековой легенды – бракосочетание святого Георгия со спасенной принцессой. Если старые мастера опирались на золотую легенду Якова Ворогинского около 1260 года, то Россетти использовал поздние литературные обработки, содержавшие большие подробности о принцессе. Отсюда известно ее имя, которого нет в золотой легенде. Принцесса прильнула к своему спасителю, святой Георгий показан в золотых доспехах и обнимает ее. Она отрезает ножницами локон своих волос. Влюбленных окружают кусты роз, за ними стоят ангелы, бьющие золотыми молоточками золотые колокольчики, традиционный в картинах художников Возрождения ангельский концерт. Россетти создал прекрасную сказку о вечной и всепобеждающей любви. Моделью для этой работы была возлюбленная и впоследствии жена художника Элизабет Сидл, когда после ее смерти автор вновь обратился к данной теме. В работе «Святой Георгий и принцесса Сабра» он сделает моделью Джейн Бёрден. Ну, вот такое описание к работе Данте Габриэль Россетти «Бракосочетание святого Георгия и принцессы Сабры». Описание у книги «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.